Мария Кожевникова и Алексей Ягудин выбрали музыку из известного мультфильма Тима Бартона «Труп невесты». Если я правильно помню содержание мультика, то это Мария изображала персонаж, который поднялся из ада. А уж Алексей-то как раз изображал персонаж практически безгрешный. Несмотря на то, что Алексей в черном, а Мария в белом. А это, кстати говоря, отец Марии, Александр Кожевников. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею. И вот я думаю, что несмотря на то, что не все па были с точки зрения эстетики такими красивыми, мне все равно понравилось. Почему понравилось? Просто Алексей все больше раскрывается как артист для меня, например. Но танец был, выглядел забавно, но и немного серьезно. И вот в данном случае... как